Это видео представляет собой короткую версию видео по одной из тренировок по нашей функциональной подготовке, которую мы проводим в клубе Будушин Клаб. Кто хочет увидеть полную версию, пройдите по ссылке, которая есть в описании к этому ролику. Какая бы тренировка у нас ни была, чем бы мы ни занимались, всегда все начинается с разминки, с суставной гимнастики и боя с тенью. Если у вас нет времени на разминку, нет времени хорошо разогреться, значит у вас нет времени и на тренировку. А дальше начинается мощная круговая тренировка, которая состоит из 6 разных упражнений в режиме нон-стоп. И разумеется, таких кругов несколько. На этом видео этого нет, но в качестве заминки после круговой выполняется несколько легких спаррингов. Затягиваем мы 3 круга. А теперь переходим ко второй части тренировки. Вторая часть — это непосредственно СФП, работа на снарядах. Идут раунды друг за другом в режиме нон-стоп с интервалом в 1 или 2 минуты. Раунды составляют тоже от 1 до 3 минут. И такая работа длится целый час. На данном видео вы видите только 2 связки. На самом деле их может быть очень много.